Большое горе в семье Наташи Королёвой. Популярная певица Наташа Королёва поделилась со своими фанатами печальной новостью. Недавно ушел из жизни ее близкий и знакомый режиссер Георгий Гаврилов. Сообщение было опубликовано в микроблоге знаменитости. Фанаты выразили свои соболезнования. Фанаты Наташи Королёвой могут оценить видео, сделанное Георгием Гавриловым для знаменитости. Клип называется «Только не умирай», а сделан он еще в 90-е годы. Тогда звезда была юной и нежной. Это очень хорошо видно в сюжете ролика. Об этом написала Наташа Королёва на своей странице в Instagram. У Наташи Королёвой пошла черная полоса в жизни. Не успела публика обговорить подробности скандала с изменой звездного супруга Сергея Глушко, как Наташа сообщила о новом несчастье. По словам Наташи Королёвой, ушел из жизни замечательный друг и режиссер ее клипа Георгий Гаврилов. Наташа Королёва память о дорогом человеке опубликовала пост на странице социальной сети. Королёва написала много эмоциональных слов в адрес умершего человека. Она отметила, что талант режиссера был большим и неординарным с точки зрения простого зрителя. Также Наташа пожелала покоиться с миром, а душе Гаврилова попасть на небеса.